кто из Новогорода до наших дней. В минувшие выходные жители Ялуторовска отметили день рождения города. Районному центру исполнилось 356 лет. Главным действием стало праздничное шествие трудовых коллективов по центральной улице города. В нем участвовали представители 30 городских предприятий и организаций. Народные гуляния прошли на двух площадках – городском саду и роще декабристов. На последней развернулся фестиваль славянского, татарского, казахского и армянского национальных подворий.